ебаться в пассатиже. Мально, смотри, летим, ебать! Ух! Только что-то медленно! Давай быстрее! Корыто, блядь! Побежали! Чёртова таракана, блядь. Так, чё, врубим электричество? По крайней мере, попробуем. Там еще один. У меня двое. Нет, это сорян. У него это тяжелый пистолет, аккуратно. Который за пару выстрелов хуярит. На, блять, куда ушел? Как бы у меня у самого тяжелый пистолет, который. Не, у него этот двухзарядный, который по 240 урона. Нет, у него есть такой пистолет, он двухзарядный. Есть всего 4 вида пистолетов в игре. Дробовик, молот, маленький пистолетик и... Я про тот, который с двух выстрелов ебашит, у него минимальная дистанция, вот. То есть ты хочешь сказать, есть пистолет сильнее молота? Который у тебя? Да. Да. Что, наркоман, что ли, блядь? Да, он 240 дает урона. Здесь смотри. Это у полудробовика, да, по-моему. Про дробовик. Не знаю, дробовик или не дробовик, он в категории пистолета идет. Ну, пистолет, который дробовик, который стреляет дробью в упор. Наверное, да. У нас тут электричество поблизости, давайте. Почему он выдает 240? Я вот эти грибы возьму и пойду обратно их сдам. Мы ходим, а в зоне грибов почти нет. Либо это я вас услышал, либо поблизости кто-то стреляет. Мясо,
Здесь написано Next Laser Drill. Давайте сходим. Давайте сходим. Что у нас здесь? Нихуя у нас здесь. There is a landed laser drill platform. Locate the control terminal to begin drilling and generate the ore for your laser drill contract. Be aware that this will attract hostile creatures and notify rival prospectors. Ну и как его включить? А он не бурит? Нет. Ну, написано включите, чтобы начать бурение. Хорошо, надо вверх забраться. Я нашел. Я нажал. Оо, ну-ка, я его. О, да ну меня лучом не дамажит. Вообще ни о чем. Тоже мне бурение. Кстати, дальше на нем полетим или. Думаю, нет. Да ладно, давай. Полетаем. Хоть у нас, знаешь, снайперское оружие, я бы с тобой согласился. Ладно тебе. Окей, хочешь полетать, полетим. О, снайпер, другое да? Дело. Ты, похоже, без дробовика остался. Я остался без моей штуки, да. Ты барсов посадишь? Мально, смотри, летим, ебать! Только что-то медленно! Давай быстрее! Корыто, блядь! Пути, кстати, ни на кого не налетаем. Нет. Так, я тогда спрыгну, кристаллы возьму, пока он летит. Нахуй ты предлагал на нем тогда лететь, если мы точно так же могли пешком под ним бежать и собирать кристаллы? Ну, я думал, что мы кого-нибудь сверху увидим, подстрелим, будет весело, а вот нихуя. А тебе весело? Да, я думал. Ну что, лагает, что пиздец, он дергается, блядь, я не понимаю, как надо летать. Давайте авиаприкрытие мне делайте. Запрашиваю авиаподдержку! Иди 130 кто-нибудь вызовите! Просто нахуй! Ты должен был сказать, у тебя недостаточно киллов, боец!
think we need more minerals this time, Prospector. Look around. Запустил. Хорошо. Знаешь, как на нас еще не сбежалось с кучи народа? А, у меня, чуваки. О, наконец-то. Внизу. Уй, блядь! Они там на меня не выдвинулись, а то они так меня пошатали. Так, а вот там ебашись идут, чуваки. Ой-ой-ой, все, я ухожу. К нам идут. Веру. А, так они буры разбирают. Помогаю. Положил его. Сзади. Положил второго. Сейчас подниму тебя. Блять, ну где вы двое, спика? Ну ты заебался и снайперкой, блять, ну серьезно! Ой, блять, снайпер нахуй! Меня трахнули. Тебя еще нет, а вот теперь да. Нахуя эта снайперка, блять? Ты забыл, запарил. Да я вижу, как спик все стреляет. Раз, мимо, два, мимо, три, мимо. Да похуй, ебать. Они всегда же попадают. Угу, действительно. Нахуя? Ребят, блядь, думаю, хули мы по ним так мало вливаем? Три человека же в них стреляет. Четыре. Я в первого вливаю. Ну, я тебя имел. Я думал, ты, я и спик их раскладываем. Потом смотрю, как говорится, в сторону спики. Раз промазал, два промазал, три промазал. Я такой, чего, блядь? Ты негатив ведешь. Не, ну давай я буду... Нет, молодец, все правильно сделал. Так и надо было. Мы проебали. Как бы, что ты еще хочешь? Нельзя было смениться на пистолет или пойти в рукопашку, да как чем? Я. Но вот у меня кончились патроны, и я почти добил дуру, которая возле тебя была, я на нее в рукопашку полез. И добил, естественно. Молодец. Как бы просто, ну, сложил 2 и 2. У меня нет патронов, но есть удар рукой. Че, здесь у нас? Где? Ну, где мы сейчас? Нихуя. Я да. Шел к вам, но все умерли. Вот так и стало. Да не, он. Босяк живой. Он, видимо, спрятался. Он на крыше этого остался. Наверное. А, молодец. То есть мы втроем после 4 ебашили, чего лучше. Прекрасно. Ты запарил. Ну так, извини, я... В игре позитива не будет. Как это называется? Ну блин, я не могу. Я считаю, что лучше в хуйню себя выплескивать, чтобы она не скапливалась. Одного на троих. Я понимаю. Тебе стало хорошо, а всем остальным хуйню. Ты тоже на меня можешь наорать, не переживай. Я пойму, что это из-за момента. Аэропидер. Да, вот. Тебе стало легче? Нет. Как? Аэропидер. Аэропидер. Сколько тебе надо, чтобы тебе стало легче? Бэра, сколько аэропидеров надо, чтобы почувствовать да, себя чтобы гад, нормально? Да, чтобы почувствовать себя пидором.
Проблема, что мы им контракт, блядь, дарили. Нет, он до конца был нашим. Нет, я про это, как это, про... Ну, у нас кто-то бежал, и смысл, я видел. А, в этом... То ли ты, то ли Спика, не знаю. Чем? В этот раз кто-то был бежал. Да. Еще о, на горе еще есть. Ну, нам надо 1500 собрать за 3 минуты. Этого не будет, надо понимать. Угу. Тут 600, поэтому... Может, и будет, не? Ну, надо еще одну 600 найти. Давай я побегу на следующую, где-то рядом. Вон, внизу. Я погнал. Там все равно никого нет. Надеюсь. Везет тут большая. 100-600. Это 100? Да. Ну, сейчас я в твою сторону двину. Давай. Хотите, я? Что поделать? Садись, погнали. Я уже еду. Может, сейчас разъебем там кого-нибудь, на этом он что-нибудь выронит. Мне 650 грибов, то это мало. Не очень раундец. Я предыдущий вообще за лупу был, так что нормально. Да, у нас до ближайшего все равно есть очков пройдет. Ну, то есть для первых. Мы ебашимся? Я бы не стал. Нет смысла. Завидите. И заразня ебаная.